Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 894. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 28 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. Это слова считают люди, но мимо пропускают. Что-то случится, не так у него. Вот надо бы жениться там или замуж выйти. Ну, вышла замуж, что дальше? Ну, дальше-то развод, больше ничего нету. Единства-то никакого нету. Без благословения, невенчанное. То есть блуд мира. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Думают, вот я решу. Как ты его решишь-то? Она с первого дня уже ходячая аптека, или он. Работать не хотят. Специальность есть, не его не ценят. Не может по специальности устроиться-то. А дальше ребятишки, да еще больные. И что дальше-то? Этот вопрос не решается никак. Время не лукаво, приготовься к этому. То есть живи по Слову Божию. Лучше остаться одному. Остался без жены, нищей жены, нет. Весь вопрос. А вот если женюсь, а то у меня это будет по-другому. И отношения будут, я буду мягче. Ты озвереешь просто. Каждый день она будет рядом. И ничего ты не сделаешь. Единства-то никакого нету. А это все, что дальше, воображение-то на 3 месяца не хватит. Раньше хоть на 3 года хватало, а дальше уже все это приелось, и ничего особенного нету. Нету. Вот Русик пишет мне. Да не надо мне от вас никаких подачек. Все перед Богом. Все дела. Я тоже помазанник. И что теперь будем делать? У меня ум за разум не заходит. Я никогда не найду у себя в сердце оправдания тем свиньям, которые, прикрываясь святыней, грешат по-черному и праведника осуждают. Вас напугали мои слова, что я сказал, там священник был, они выпивали. Я сказал, глотку им перерезать. Да там не только глотку резать надо им. Нужно бензином обливать, спичку кинуть, и пускай горят прям тут. Не надо ада ждать. Все равно в аду все. Это не люди, это отработанный материал. Они на самом святом грешат. Нет таким прощения и оправдания. Я просил у Бога прощения на молитве-то, и не раз за свои слова. Однако после этого вы сами уже просчитали, что я написал по этой теме. Никита Колесников. Сегодня звонил в Мамонтово. Завтра придется ехать туда, чтобы сняться с прописки. Не то у вас потом будут проблемы с этим. Это вчерашний день был, 28, сегодня 29 мая. Ну, надо поехать. Дождь опять на улице. Никто не знает такой вот погоды. Непрерывно идет дождь. Ни посев не сделали еще, ничего, все. Вот что впереди будет. Человек пишет один. С Игорем Барабашом сейчас разговаривал. Говорит, что сегодня полиция приезжала по поводу лагеря. Что объявление ВКонтакте увидели, что на отдых приглашают. Я ответил, что лагеря нет, они там были, видели джунгли, заросли и хотели меня видеть. Батюшка тоже позвонил. Батюшка говорит, они не нас хотели, тебя видеть, спрашивали. Я говорю, сказал в субботу, но, говорит, придется второй раз приехать. То есть забота о лагере, видимо, очень сильно хотят помочь. Наверное, от правительства поняли уникальность лагеря, что 45 лет... Все сам, без помощи государства. Я думаю, если они сейчас много мне помогут, что делать? Ну, первым делом это дорогу проложить, Игорю Барабашу комбайн купить. Сколько они мне помогут? А раз ищут, зачем же они ищут-то? Лагеря нет, скажут, это мы же даванули его, и вот он уничтожил лагерь. И, наверное, переживают сейчас, не спят. Меня первый раз, когда арестовали, там Пичугов Виталий Николаевич был, следователь Пичугов. Ну, воскресный день наступил, а я
в КПЗ еще держат. А я думаю, молюсь, я думаю, как он переживает сейчас. Думает, мне так плохо, а мне даже поесть дали. А он переживает сейчас, скажет, вот посадили его. А потом, когда я уже вышел из заключения, встретился, я говорю, и что вы делали первый день? О, я на пляж, там бабы, и вот и все. Вот. А я-то за него переживаю, а я для него это обыкновенная бумажка. Да для любого так здесь. Так. Я пишу, вот я вернулся, и вернулся из города. Ездили на святой источник возле тюрьмы местной, где монахини других тысячи расстреливали. Дорогой Рустик, что хотели? Это по скайпу побеседовать? Я ему говорю. Он отвечает, Рустик, Игнатий Тихонович, я, конечно, перегнул вчера за свои слова, но все же, я хотел уточнить, а может быть, мне можно жениться? А кто запрещал? Нигде никто не запрещал. Можно. Ну, женился же, или как? Вот, жениться, вопрос решится. Да, та-то где-то далеко, ты с кем сказал, а та рядом. Она сразу в суд на тебя подаст, и крышка тебе сразу. Руку поднимешь на нее, начнешь говорить, уважения нет, ну и все. Ну нету, раз не воздержания нет, ничего и нету. Владеющий собой лучше завоевателя города. Просто помолись, чтобы Бог мне дал верующую жену, которая не сдует мою бороду. Я сказал, сдует она тебе ее. Просто одному очень сложно жить. Нужно развиваться. Одному сложно жить. Да одному вообще легче некуда жить. Только на Бога надеешься-то. Встал, а она больная. Тебе надо в аптеку там или что-то. Ребятишки кричат. Ты хочешь, не хочешь, иди на работу. А так я в одуванчике сейчас пошел, нарвал репья, крапивы. Ну и там лучок растет где-то. Все. Картошки три найду. Сухари. А это не сойдет на это. Во столько раз увеличится твоя нужда, а там начнется еще больше нервотрепка и отречение от Христа. И вот при таких мыслях глотку перерезать, тут христианстве делать нечего. Это уже прямая наводка, заявление в мусульманство. Это там этим занимаются, а у православных этого и нету, такие слова говорят. Ну, почитай, что святые говорят, как с врагом поступать. Накорми, напой его, если нужно, облечи, ну... Не дали этого. А раз сказал, резать. Сатана-то рядом стоит. К этому и подойдет человек. Ну, Мотовилов Александр Николаевич-то сказал, вот бы побороться это с дьяволом-то. Серафим так и взахал. Ваше боголюбие. Да что вы. Он один мизинца может землю перевернуть, а вы... Вот такое дело. Очень сложно одному жить. Просто в тумане все. А там я, может быть, дал бы детям православное образование, может быть, дал бы ты им образование. Себе дай сначала. И они бы с юных лет ходили бы в храм, бы, видишь, сколько быкать приходится-то, изучали православие. Ты посмотри у соседей, у верующих, у священников, чего они изучают? Наркоманами делаются, преступниками. Тут одного священника, казаки, решили себе избрать. Он со мной встретился, по Теряевку приехал. Здоровые, я говорю, а дети-то есть? Да дети там 23, там 21 год. А где они? Да оба сидят. Залезли в колхозную пасеку, решили меду попробовать. Священник. Он будет казаков окормлять. Окормлять означает отравлять. Посмотрите слова Рёжигова. Вот все это где-то там, в зазеркалье буквально. Может быть, раз... Дал бы, два, быхать, детям православное образование, они бы, третий раз, с юных лет, ходили бы, четвертый раз, изучали православие. Вы считаете, нужно молиться за это, или же все-таки это лишнее? Почему? Молиться можно, но остался без жены, не ищи жены, я все ему выписал это. Да и потом, я вот сегодня размышлял долго, все эти крайности, такие как перерезать, и так далее, возникает на таком контрасте одиночества и чтения Евангелия, после чего сталкиваюсь порой со свинским отношением людей к православию. Свинские отношения только, а ты горло резать решил, как мясник резать их. Да это, скорее всего, не волчий дух-то, а дух ревности. Но все же один из злых духов поднебесных. Ну и пойми, что тут. Тут замололся окончательно дух ревности. Ревность какая? Я сказал, это волчий дух тебе. Это какой же ты верующий-то? Где мне по тебе, так я так и подумал, так бы размазал. Ну, это не годится. Никуда не годится. И это, эти слова на тебе где-то отойдутся. Это я уже абсолютно точно знаю. Раз ты произносишь такие слова, они где-то рядом. Исполнение... Поднял только руку и все.
Надежда Благодатская. Добрый день. Простите, Никита молодой. Там женщины есть старше его матери в деревне. У него гормоны молодые, какие-то гормоны, гармонь там ему нужна. Ну, в мозг влезла какая-то мысль. Своих-то сыновей, что бы ни сделали, хочется простить. Простите, что вмешиваюсь. Может, я недальновидна и плохо разбираюсь в людях, тем более в ваших делах. Ну, речь-то идет счетом. Ну, отношения попорчены. Ну, он сказал, отношения попорчены. Вывести уже никак нельзя на прежнюю линию. Невозможно. Ну, и вот и все. А дальше, да дальше-то. Да я вот поторопился, я сказал, назвал. Ну, пожинай плоды. Сколько раз говорили, молчать. Молчать и молиться. Вот что ты сказала? Я пишу этому Рустику. 1 Коринфянам 2:37-27. Соединен ли с женою, не ищи развода. Зачем вы разведены это? Остался ли без жены, не ищи жены. Пупкову Сергею Павловичу пишут. Что ты советуешь там Никите-то? Ты сам развелся-то чего, расскажи. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Рустик, слышишь, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Скорбей сколько, посмотри вокруг. Уже 80% с лишним разводов в первые 3 года. А у меня по-другому будет. Вот лежит, спит. А ты молись, поешь. Маленько лишний жир-то сбросить надо. И все, замори этого духа, лукавого духа-то. Как одному пишет, говорит, ты, говорит, разделся, у тебя, говорит, морда-то в вебку не влазит, то есть в экран-то. Одному тут он... Пел много, да. Его друзья нашли, что пошел в православие. Прямо с первого хода в дамки. Богохульники. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. И плачущие, как не плачущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающиеся. И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Без забот! Не женаты, заботиться о Господнем, как угодить Господу. А тут совсем не женаты, ничего нету. Одни женщины, да все голые, да стаями. Стаями, стаями. А женатые заботятся о мирском, как угодить жене. Павел детей не упоминает, родственников. Есть разница между замужней и девицей. В мусульманстве его бы там выпороли как следует, а здесь ничего этого нету. Нету. Слова написаны... Тут только настоящий верующий удержится. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Да разве плохо, что угодить? Мирское. А жене ты будешь угождать? Ну а как же, ласкать ты будешь? Мирское. Говорю, это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы. Но чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу без развлечения. А женщина там спишь, все это развлечение. И ничего нету. Поневоле вспомнишь какого-то лорда английского. Там врачи говорят, думали, что жена зачала, там месячных не было. А это ложная беременность. И... Так что, ваше величество, сиятельство, надо с женой спать в одной комнате. О, опять делать эти... Телодвижения ненужные, бессмысленные. Вот как смотрят люди. Рустик. Да, это я все считал сотни раз. Ну, сотни-то не считал, но один раз считал. Видите, как вот загиб такой. Сотни раз считал, знаю. Но в реальной жизни немного по-другому. Так как одиночество съедает изнутри. Человек должен жить в семье. Ну, то есть веры нету. Как это изнутри съедает, когда там Христос и со Христом угодить Господу? Ну, прямо все, разговор мирской, даже хуже того, супер мирской, отвратительный. А мне что теперь делать, если даже вы не принимаете? Не принимаете, я сказал, раз ты глотки режешь, зачем ты нам нужен такой? Ладно, разберусь сам. Спаси Господи. Вот и крещение принял, и те же самые слова так и фонтанируют. Владимир Иванов, дорогой Игнатий Тихонович, слезы истекают от крайних ваших роликов. Никита уезжает. Печально и грустно. Без Никиты канал будет уже не тот.
Видел и знаю, что вы воспитывали его действительно как любимого сына в строгости и любви. Вы очень хороший и мудрый человек. Дали знания и много опыта Никите Андреевичу. Он ему еще пригодится в его долгой и, надеюсь, счастливой жизни. Пусть все у него хорошо сложится. Ангела-хранителя Никите. Игнатий Тихонович, молюсь за вас, за ваше здоровье и здоровье всех ваших близких. Спасибо вас, Христос. Обнимаю вас всегда, ваш Владимир. Ну, ты слова помни всегда, ваш. Чуть не так, глядишь, поехала в сторону, все съезжает. Вчера день был такой, Галина Загуляева мне звонит. Свободно? Да так, ничего. Мы решили поехать к тюрьме, там из-под горы выбивает источник, где монахини расстреляли, а там все так уже обстроили, а там мусор мусором валили самосвалами завалить. А он через мусор пробивается, а люди очистят, а опять берут. А это ниже тюрьмы. А тюрьма, там монастырь там Казанской был, Божьей Матери, видимо. И вот мы все там были, засняли, я уже выставил эти ролики к утру. Два ролика. Фотографии делала Галина. Но фотографии тут не выставишь, я осенью их выставлю. Там все, и статуя Христа, как прибитый. Екатерина, мир вам всем. Христос посреди нас. Дорогой Игнатий Тихонович, мы с сестрой Ниной купили билеты на троих, включая ее крестницу, на поезд до города Барнаула, с города Казани на 3 июля. В Барнаул поезд приходит в 5 часов 30 минут по местному времени, 5 июля. Надо это все это записать будет. К поезду в город Казани с города Ульяновска нас отвезут. С Барнаула до вашего села Потеряевка 156 километров. Это если ехать на такси, для нас очень дорого. Поэтому мы бы хотели у вас узнать, как с железнодорожного вокзала доехать до автовокзала и купить билеты на маршрутку или автобус, которые поедут в этот же день 5 июля до ближайшего населенного пункта от вашего села Потеряевка. То есть не села, а на станции. А там уж остаток пути кто-нибудь нас бы встретил из ваших на машине. За проезд мы им оплатим. А вам предварительно сообщим, как приедем в Барнаул. На обратный путь мы взяли билеты на 8 июля, крещение это день. Отправление поезда из города Барнаула в 22 часа 08 минут по местному времени. А это значит, нужно будет, чтобы нас снова кто-то отвез, только вот пока не знаем, до Барнаула или до близлежащего поселка, из которого мы должны будем ехать, так, чтобы успеть к поезду 22:08. Игнатий Тихонович, если что узнаете, то напишите ответ, буду ждать. Заранее благодарю. Ну, может быть, от нас в Барнаул не надо будет ехать. Станция Корчина. Вот билет как, на какой поезд. Что-то вроде я не понял, на какой поезд. Взяли билеты. Какой он отходит. И отходит так в 22 по местному времени. Ну, вот так, что-то такое. Заранее благодарю. Я пишу, зарядите телефоны. И наш адрес в нескольких экземплярах. Не потеряйте. Автовокзал железнодорожного рядом. Автобус на Мамонтово. А ехать до 173-го километра справа надписи за селом Подстёпное. И чуточку дальше пройти направо, съезд дороги. Это к нам. Там надпись есть. И заранее позвонить. А можно и сообщить Сергею Пупкову. И он бы отвез вас из Барнаула до Потеряевки. А может быть, до Корчина написал. До Корчина, если с Москвы, какой поезд, еще неизвестно. Ну, вот так открыто все пишем, говорим. И вот вчера мы ехали, а там около тюрьмы у меня знакомый жил. Знакомый. Я шел как-то из тюрьмы, там 18 лет сотрудничал. Читал проповеди, заносили много литературы, Евангелия, иконы, крестики. И вот познакомился с одним человеком, он после операции, у него голуби разные, больше шалевые, как шаль накинутая. Я говорю, надо найти. Ну и правда, с первого потом увидели одни голуби, потом его спросили и узнали. Кошкин Александр Борисович. Ну вот, себе Палатинская, 25, кажется. Все это адрес дали, познакомились. И он мне решил голубей дать, узнал, как у меня. Я говорю, да все перепутались, там колонок повредил. И сегодня мы поедем за голубями. Ну, сколько вам нужно? Он, я, говорит, уж не домогаю, и шалев уже не держу, говорит, другие у меня. Я говорю, мне нужны такие, которые летают хорошо. У меня есть такие, в облака уходят. Ну, вот сегодня поедем, как Бог даст. Я попросил, говорю, ладно, три пары. Сейчас пошел, своих закрыл.
когда привезу, чтобы они были. Иначе они на улице будут. А теперь внутри я их буду держать до субботы. А в субботу рано утром я их посажу в коробку. А Володя там, чтобы закрыл голубятню, не летали, ждали. И сразу выпустим там. И они у меня там поживут, а потом буду опробовать выпускать. Придется посидеть им там. Вот такое дело. Около тюрьмы везде там надписи, фотографировать нельзя, но поэтому мы прошли дальше, обошли всю тюрьму вокруг. Я сказал, где меня допрашивали, где моя камера была. Ну, все, видно было-то. И потом пошли дальше, и там такой камень памятный стоит, жертвам невинно убиенным, где шли расстрелы. Сейчас я не знаю, сколько там, тысячи. Одно время я там увидал, валяются кости, черепа. Все это ребятишки раскапывают. Черепа берут, свечку зажигают и ночью бегают, пугают. Глаза светятся, провалены. Ну и одна галошина лежит целая, не сгнила. А тут ямы везде. Заросли травой, массовые расстрелы шли. Подряд стреляли, там то заложники, не знаю. Я вчера сказал, я так и не понял. Речь шла тысячах большой цифры, не могу сказать. Ну что, реабилитируют, потом придет время. Я тогда, кости-то валялись, и а что сделаешь? Ну, я никогда на этом не останавливался. Я сразу написал заявление в КГБ, тогда КГБ было. Писал, фотографии приложил. Потом пошел, там охрана стоит. Ни костей нету, все собрано. То есть это их работа была, НКВД. И они об этом заботятся, ренаме, как говорится, свой облик сохранить. Ну и все забрали, убрали там, и нигде ничего и нету. А сейчас там обелиск официально, невинным жертвам. И правда воскресить, там что-то такое вот. Ну я там все заснял и уже выставил. Можно посмотреть. Вот так, теперь наши ресурсы можно показать. Что у нас тут есть? Вот это мой мир. Вот он здесь. Перенес кое-что. Хорошие ролики. Ну и наш православный форум. Вот на мой мир надо заходить. Тут где я без голубя, а так просто стою. Вот я показываю. Вот так в шапке. Тут легко разговаривать, посылать там что есть. И еще что. Это наш видеоканал. 11200 роликов. И вот сколько выставлено. Анастасия Дробот. 66 человек посмотрели. Вот. Ну, а вчера-то я это выставлял-то пришел. Вот Никита в трапезной у меня последний раз книги берет. 1550. Ну, для нас это очень большая цифра. Вот Святой Источник. 438. Вот за тюрьмы расстреляны коммунистами тысячи людей. На тут 212. Ну, не очень нуждаются. А вот Никита приехал. Тут виноград у нас как раз сестры привязывают. Надежда Васильевна тут подошла. Она и не работала. Работала Гончарук Александра Михайловна. На фотографии показалась она. Ну, с Таней. 1300. Вот видите, какие цифры-то. А вот прощание с Никитой, 4700, это у меня в доме. Дальше Никита остановился у Сергея Пупкова, 4120. То есть за 4000 такого у нас не бывает. А тут вот популярно, да у вас не такой он будет канал. Да какой он? Да Никиты не было, Василий был. Ой, без Василия не такой. Да, ну, это один кадр и ушло, и ничего, и нету. У нас столько всего идет, и события дня, и это неправильно. Понятие такое, что вот, ну, ничего не будет, и вроде без них. А вот Никита прощается, 5200, даже больше, в Потеряевке прощается. Ну вот, видите как, это же немалое дело-то. Как правильно, Кано в молитве показал, а вот Никита уезжает, уехал уже из деревни на Украину, 4700. Он был, все по-хорошему у нас. Его не этапировали, он сегодня поехал выписываться. Получил гражданство практически. Что там, ему надо отмечаться только. Ну, и он так неопределенно говорил, что может вернуться. Это ему надо хлебнуть, он уже забыл, где он был. Это подновит память. Во всех храмах один и тот же шалман.
Никакого порядка нет. Кто зашел, как одеты, причащайся. Главное, причащайся, чаще исповедуйся, чаще причащайся. То есть то, чего делать нельзя, а они на этом. Все друг у друга попы воруют. И архиерея это, чаще причащайся. Все уперли в литургию и в причащение. Нигде этого нету, ни в Писании, нигде. Главное, это живая вера. Свидетельство, жизнь во Христе, молитва, пост, милостыня. Нет, в церковь, что приходили, покупали свечки. Ну и тут наш большой во свете Библии, православный библейский сайт. Вот. Ну. Теперь я хочу показать некоторые вопросы, взять, вот идите ответить. Вопрос 2456. Это с сайта, там вопросы, 13 пункт, дети, папка. Как учить детей вере дошкольного возраста? Где брать материалы? Есть ли у вас приблизительный план для воскресных школ? Есть. Вот найдите такое воспитание воспитателя. Недавно я выставил. На что делать акцент? На страх Божий или на любовь? На молитву? На храм? Что делать, если маленький ребенок не хочет молиться с родителями из-за непонимания молитвы? Ответ. В книге «Открытым оком», том 3, на странице 409-451, подробно говорится по возрастным группам, как и что нужно делать. Метод всегда комплексный, когда и нужна и розга, и пряник. Псалом 110-10. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. 1 Иоанна 4,18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенно любви. Лука 2,42. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Иаиля 2,16. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев. Соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Длинное непонятное богослужение могут сделать лицемера старовера, фарисея старообрядца. Больше трудно выжить. Ребенок должен быть облечен в доспехи по росту. Ему более получаса никак не нужно, да и то с перерывом, а где-то и посидеть дать. Сколько я не бьюсь на этом поприще, но я же не священник. Мое слово еще не последняя инстанция. С лагерными прочими. Мы не придем, а в лагере совершим так называемое апостольское служение, не более часа. Еще в это время проповедь бывает всегда с подробным разъяснением. Утром и вечером молитва у нас сокращенная, а за стол и того короче. Но всегда чтение Евангелия и толкование с приближением к конкретной ситуации. Бога нужно чувствовать, молиться реальному, а не выдуманному Богу. Ефесянам 6.4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Колоссянам 3.21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Вот один вопрос разобрали. Дальше уберем второй вопрос. Их у меня заранее подготовлены. Вопрос 2359. 10 том «Открытым оком». Это книги мне так называются. Говорите, что нужно наказывать детей битьем. Может, так нужно было в Ветхом знать, а сегодня мы же под благодатью. И во всех ли народах так учат, или только у русских? Ответ. Не бить, а наказывать. И так советует вечный Бог, сотворивший нас, давший способность чреву возрасти детище твое, и чтобы оно было послушным и для Бога годным, спасенным во Христе для вечной радостной жизни в раю. Другого пути нет, как только учить по Библии. А она, Святая Библия-то, недвусмысленно говорит в Новом Завете, что метод одних увещаний не даст положительного результата, потому что, наказывая тело, мы врачуем душу, как говорит святой Златоуст. Притча 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Сирахов 30.12. Нагибай шею его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Притча 23.13. «Не оставляй юноши без наказания, и если накажешь розгой его, он не умрет». В книге к истинному православию в главе о семье очень подробно отвечен на этот вопрос.
не наказывают до 3 лет в Японии, и так пишут. И в джунглях Амазонки у дикарей. Там и там готовят как к смерти, чтобы легко могли на себя руки наложить. Но в этом плане нашем не следует перенимать их опыт. Ваши детище и без этих предосторожностей от одних наркотиков и спиртного легко додумается прервать свою жизнь ненужную. Но чтобы чадо было послушно Богу. Для этого нужно наказывать с детства и не зря, а с объяснением и при тщательнейшем расследовании проступка. Кто не наказывает детей, тот губит их. Раньше таких отцов не было во всем государстве, чтобы не наказывали. Евреям 12:7-9. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить. Не играйте, дети, на дорогах, не рискуйте жизнью и здоровьем. Почести какие для убогих? Посреди дороги пьяное геройство. Пешему едва видна тропинка. Тротуары не всегда есть сбоку. Выживают только те икринки, не попавшие в стремительность потока. Бог не расположен к большинству, если страха Божия не имеют. Где не прилепились ко Христу, независимо, один живешь семейный. Безопасность далеки от шума. Больше, чем в театрах, ресторанах. О божественном, о смерти легче думать. Помнить, что ты временный и странник. Вопли бесноватых стадионов, без нужды шатания по базарам. С сожалением кончится и стоном, если доживешь и станешь старым. Путь молитвы даже не проложен, не протоптан, и не знаешь где. В храм затянет их потоком ложным на обочину, в среду слепых людей. Как вам объяснить, не знавшим Бога, указать тропинку на Голгофу? Проиграли на больших дорогах, и от пения херувимской плохо. За Христом всегда идут пешком, на фаворе было только трое. Прошлое встает, как в горле ком, раскаянием ему могилу роем. На распутьях нас нашел пастух, принявших его усыновил. Не молчите, пойте это вслух, если путь широкий стал немилый. 8 сентября 2004 года. Вопрос 2360. Слышала от вас, что нужно научиться не задавать вопросы. Но как же быть тогда, если нет своего ума и не знаешь, как разрешить какой-то важный для себя вопрос? Замужний может у мужа спросить, а не замужний как быть? Ответ. Это изречение Иоанна Златоуста. Он говорит о том, чтобы зря не любопытничали о ненужном, а потом, чтобы многое научились находить в Писании сами. Но бывают такие моменты, когда легче спросить у знающего. И хотя незамужней труднее, но и она получит свою порцию от Господа. Кроме того, в наших книгах «Открытым оком» уже отвечено на 2400 вопросов. Там вы можете найти очень и очень на многое ответ. Матфея 7:8. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит». Псалом 131:2. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои. Я не входил в великое для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Претензии на большее, чем есть, в названиях, в наградах, в именах, подмарафетить, возвеличить честь, будь то простец, юродивый монах. Немножечко, чуть-чуть бы подрумянить, подглянцевать, белила наложить. Потом апологеты будут мямлить, в защиту лжи точить язык, ножи. А истина в подкраске не нуждалась, и не нуждается она всегда от вышних. Под ветром без подпорок не шаталась, в насмешку посчитает просто лишним. Чего же стоит святость нимбы древних и всех новейших хитрых нуворишей? Из завалящей пишется царевной, шалаш малюет с золоченой крышей. Коль святость есть награда и Иеговы, то не трудись вообще и не смеши. Путь к совершенству не бывает ровным,
Он как качели, где мы, малыши. Сравни написанное в житиях с Писанием и биографии библейским освети. Согбенная умышленная осанка вдруг распрямится и начнет расти. Под Пушкина играет, под Толстого, а их таланты не стояли рядом. Потом всю жизнь клоп от насмешек стонет. Претензиозности своей отнюдь не рады. Сказать, что жизнь моя вся во Христе, посмеет только живший, как апостол. И не затвор отшельника в молитвах и в посте, но он с постом, с молитвой на благовестие послан. И нет нужды жить во святом святых, до общего суда в нетлении сохраниться. Житописатели фантасты, не следует плести претензий на большее. Есть от врага напасти. 26 августа 2004 года. Игла. Ну вот, на сегодня хватит.